У Любинском микрорайоне Гомеля отбылся первый молебен на месте будущего храма. На богослужение пришло шмат мясцовых жихаров. Але неподалеку собрались те, кто будовництву храма не рад. Меж тем, 2 года тому, когда прошло громадское опытание, сгодились на узведение церкви больше, как 500 человек. Какие аргументы проводят незгодные с будовлей горожане зараз, а так само меркование на гэты конт чиновников и духовенства у сюжете Марины Джалай. Очень хорошо относимся к строительству, и только рады, здесь должна быть церковь. Да. Очень рады. Гэты две жанчыны живут у доме насупрать. У день наших здымок и спешались на первый молебен, который прошел на место закладки храма скидской иконы Божьей Мати. Приход разместится вось на этой пляцовце на перекрыжевании в улиц 60-х годов СССР и Мележа, что у Любинске микрорайоне Гомеля. Сред мясцовых жихаров тех, кто за святую будовлю, сотни, але есть и незгодные. На первый погляд, сдается, кому может перешкодить церква. Это ж не ночный клуб, ти казино. Это Божье место. Але люди проводят шмат уласных доказов супрать. Когда мы здесь заселились в 81-м году, сплошной мусор был. Ветер гулял, как поднимет песок. Мы вот это благоустраивали с детьми, с внуками, поливали эти деревца, вырастили. Кое-как плохо приживалось это все, потому что грунтному мной оно очень плохо приживалось. И вот с 81 года, посмотрите, они карлики, ну кое-как выросли они. Сейчас приезжают. Неужели другого места не нашлось? Вырубка древ – один из головных контраргументов. Те, саправды, невеликий сквер знищать. За тлумачением мы звернулись в администрацию Советского района Гомеля. Чиновники обещают, что ахвяровать растительностью не будут. Древы пересадить. Еще одна скарга тычется близкости будущего храма до жилых домов. Люди хвалюются, что будет шумно. По их мнению, будут не соблюдены градостроительные нормативы. Хотя я могу заверить однозначно все нормативы, будь то санитарно-гигиенические, будь то градостроительные, при строительстве данного объекта будут соблюдены. А каких нарушений идет речь? Чего боятся? Нарушений каких нормативов? Есть какие-то? Основная их претензия, что вызывает беспокойство у людей, это то, что церковь будет расположена ближе, чем 50 метров от зданий жилого фонда. Но это не так. С усими документами наша здымочная бригада мела махчимость ознайомиться у гомельским гарвыканкаме. Нам без усиляких перешкод выдали целый стос папер. Тут, до речи, и выники громадского обмеркования. Важно означить, что яно проводилось 2 года тому. И на той момент с 590 заполненных жихарами анкет с меркованием супрать будовництва церквы были только 4. Сред инших документов – посвящение об державной регистрации религийной организации, заключение об вызначении места размещения храма и иншее. Все узгоднено на республиканском узровне. Важно понимать, что храм строится не просто так, а он является центром литургической жизни православной общины. То есть если собирается православная община, которая есть желание, вот, проживающая в этом месте, у нее есть желание иметь свой храм, вести там литургическую жизнь, участвовать в богослужениях, в таинствах, то они обращаются за благословением правящему архиерею, который направляет в эту общину священника и впоследствии обращается для постройки храма к законодательной власти, которая, следуя законодательству Республики Беларусь, дает разрешение на постройку этого храма. На первый молебен, который отбылся на месте будущего храма, пришло несколько десятков прихожан. Але после завершения богослужения разгорелась спрэчка помеж прихильниками и противниками будоули. Я вот здесь живу, вот на этом самом, на углу, понимаете? Вот здесь у нас вот эти вот, тут должна быть газоновая трава. Здесь машины, здесь. Я вам хочу сказать, что машины пусть там где-то будут, но не тут, не под окнами у нас. Так здесь облагородие, здесь делают стоянку. Здесь а почему здесь дорогу делали? Почему нет? И все же задоволенных идея побудовать на этом месте храм было у десятки разов больше. Люди не цурались наши видеокамеры и за хвоты выказывали свои эмоции на конт узведения церквы. Нет, против нет, все за. Мы подписи собирали, мы подписали. Я как уличком улицы Любенской, я собирала подписи, у меня вся улица была за. Ни одного человека не было против. Ни одного. Все были довольны. Это близко нам. Потому что церкви, ну, далековато.
то у нас стоят. Где-то вот на Быховской, у него здесь на. Здесь же небольшая будет церковь. Так это люди не понимают. Приход небольшой. Да, приход небольшой. Все-таки надо думать еще о будущем. Столько сейчас здесь стариков в этом микрорайоне. Им, конечно, удобно вот сюда вот ходить. Они будут ходить и утром, и вечером. Положительно. На все 100% из Гака. Даже и выше. А вы далеко живете отсюда? Вот, через дорогу я живу. Мы счастливы и нему, что у нас строят храм. И никому никогда во все времена не мешали храмы. Некалькі разоў агучвалася меркаванне, што звон, які пачне збіраць людзей на святочнае богаслужэнне, будзе ствараць шум. Але перазвон – гэта не грукат чыгункі і не шум аўтамабільнай трасы. Гэта гукі, якія павінны абуджаць толькі добрыя эмоцыі, пачуцці і ачышчаць нашы думкі і душы. Нават галубы пры пералівах звону не разлітаюцца, а накіроўваюцца да храма. Марына Джалая, Валерый Гапанько, Тэлерадыёкампанія «Гомель».